Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала «Магия успеха. Второе самопознание». Меня зовут Наталья, кто со мной еще не знаком. Сегодня вновь предлагаю вам окунуться в день вашего загадного человека. Посмотрим, что с ним сегодня происходит, как у него дела, есть ли мысли о вас, думает ли, вспоминает ли. Как всегда, вариант один. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Подумайте о том человеке, конечно же, который вам интересен. Представьте его, визуализируйте. Все ненужные мысли отодвиньте в сторону и давайте будем смотреть. Не забывая о том, что это общий онлайн-расклад и со всеми, конечно же, он резонировать не может. Смотрим, в каких энергиях находится сегодня загаданный вами человек, какое у него настроение, что в мыслях, о чем думает, размышляет, что у него на сердце сегодня, что содержит, может быть, кого содержит, да? Атмосфера в доме. Главное событие дня. Есть ли мысли о вас? Если есть, то какие? Раскроем побольше. Эмоции, чувства, какие человек вам испытывает. И что вам сегодня необходимо знать об этом человеке с точки зрения высших сил? И это будет касаться непосредственно вас. Важная информация такая, да? Итак, смотрим, в каких энергиях находится сегодня загаданный вами человек. Ему улыбнулся сегодня некий шанс, возможности, какие-то открываются дороги. Это может быть касаться его финансовой сферы, либо вообще в жизни то, что человек задумал, то, что захотел. Ничего, по идее, ему препятствовать не может. И он чувствует, что, в принципе, он может достигнуть того, чего желает, того, чего хочет. Конечно же, здесь идет больше какой-то материальный аспект, да? Может быть, действительно, человек сегодня пытается купаться в своих собственных финансах. Возможно, и так, да. Но в любом случае, настроение у него замечательное, настроение у него хорошее. Может заниматься рабочими вопросами здесь по тузу Пентаклей, да. И смотрите, здесь вообще в целом человек вот чувствует какую-то внутреннюю силу сам себе. Внутреннюю силу. Стабильность, кстати, здесь тоже для него может сегодня проигрываться. Вот энергия, знаете, еще в тот же момент, она словно как бы успокаивает. Ну, он как-то словно доволен самим собой. Давайте посмотрим, с чем это связано все-таки, да? Туз Пентакли, о чем здесь? Что это такая за удача, возможно, да, ему улыбнулась? Что это? С чем связано? С чем связано? Угу. Либо здесь человек открыл какую-то для себя тайну, да? Либо он действительно вот прям интуитивно чувствует, что все, для меня дороги открываются, у меня везде будет зеленый свет. Мне всегда, во многом, не хотела сказать всегда, да? Ну, это не совсем такое корректное слово будет всегда. Потому что ну, не может быть всегда у нас прям зеленый, иногда и попадается красный свет светофора. Поэтому, в принципе, он интуитивно действительно может сегодня считывать: у меня все хорошо. Я чувствую себя вот прям полноценно сильным, уверенным в себе человеком. Возможно, человек в свое время спрашивал, просил у высших сил, да, чтобы ему что-то открылось. Ему действительно что-то открылось, да? Может быть, какое-то его внутреннее такое состояние, в котором, допустим, он долго сомневался, да? Долго ожидал, вот это, когда он что-то поймет, некую истину. И действительно, человек сегодня мог понять для себя нечто, и это нечто позволяет ему чувствовать себя хорошо, при поднятом духе, при поднятом настроении. Ну, в общем, хорошая энергия на самом деле. Но и также еще может такой момент прослеживаться, да. Он может быть сегодня скрытный, знаете, как словно не вспугнуть удачу. Что у него в мыслях? В мыслях. Ну, здесь какие-то переживания, утраты. Что-то он не отпускает, девочки. Какие-то события, которые с ним были,
Он пока это еще держит в голове. Может быть, какой-то кризисный период в его жизни, да, утраты, потери, разочарования. Какую-то вот эмоциональная нестабильность, да, то есть это пока еще вот у него в голове крутится, прокручивается. Еще что у него в мыслях? Слушайте, серьезные арканы выходят. Здесь человек постоянно прокручивает какой-то, я не знаю, либо его поступок предательский привел к его же собственному разочарованию. Скорее всего, здесь человек как-то хотел быть победителем в свое время, да, но, к сожалению, это не свершилось, не получилось. И он действительно может сегодня прокручивать. Может прокручивать. Знаете, еще такой момент, вот энергия, я ранее сказала, да, что ему открылась сегодня некая истина. Возможно, человек раздумывает о том, что действительно все-таки он был неправ в чем-то. Возможно, он сам себе закрывал свои собственные пути, собственные дороги. Иногда, конечно, мы из-за своего эго, эгоцентризма, да, не признаем, что мы совершаем некие ошибки. А вот здесь словно человек осознает, что он действительно поступил в свое время как-то неправильно. До него словно как доходит вот эта вот вся информация. Доходила она до него долго, девочки, эта информация. И на сегодняшний день он чувствует, что да, я понял, я что-то осознал. То, что я вот потерял, и вот эта потеря для меня была, ну, очень, ну, потеря, вот она, понимаете, она действительно могла выбить почву из-под ног, да? И то, что он потерял, это было дорого его сердцу очень-очень-очень сильно. Интересно, да? Давайте посмотрим, что у него на душе, что у него на сердце. Смотрите, а на сердце человек чувствует, что у него есть некая стабильность, есть некая основа, на что он может рассчитывать, чем он может, как говорится, даже гордиться. Это может быть его семья, дом, работа. Это его душу греет. Давайте более подробно раскроем эту карту. Вот у него, знаете, внутри может такое сейчас идти некое сейчас ликование словно. Что еще? О чем здесь вот эта карта больше? Ну, смотрите, здесь на сердце действительно у человека как словно ликование, потому что он мысленно для себя что-то принял. Он осознал, что действительно он был неправ. И теперь понимает, что ему сейчас, на данный период времени, в сегодняшнем дне открываются некие дороги, шансы, возможно, для того, чтобы исправить то, что он сделал ранее. Он действительно мог поступить некрасиво, он действительно мог обидеть кого-то очень сильно. Тут конкретно изображена девушка. Возможно, здесь человек действительно обидел девушку, женщину, которая для него дорога, понимаете? Я не говорю сейчас, что эта женщина прям много значила для него, но в целом она была для него очень дорога. Здесь может быть, знаете, еще такой процесс идти, что, к примеру, если человек по каким-либо причинам со скандалом уволился, допустим, с работы, он сильно расстраивался, он сильно переживал, не понимал, как ему дальше действовать. И сегодня бинго,
ему как словно что-то открылось, и у него внутреннее, знаете, вот как подъем идет. Я теперь понимаю, как я должен действовать, я понимаю, как я должен поступить. Вот словно как второе дыхание, ну, может быть, не совсем, конечно, второе дыхание, но словно действительно что-то ему открывается, энергия взращивается. То есть он старается себя сейчас энергетически укрепить, стать более сильным, стать более уверенным, лидером. Вот его душа, его сердце сейчас вот это просят. Ты должен вот именно сколотить, как говорится, вот именно ту зону комфорта, которая для тебя важна и нужна, возможно, вернуть. Если здесь тема касается девочки, детей, ваш загаданный мужчина, может быть, ну, опять-таки, да, поссорился со своим ребенком, да, и вот тема детская, она действительно у него может быть, ну, вот, в приоритете на сегодняшний день, главное, может быть, он как-то сильно, если, допустим, у него дочь, он мог как-то сильно отругать дочь, да, а теперь сам, как говорится, за это переживает, мучается, я был неправ, но я постараюсь все исправить. Я встану на твою позицию. Я примерно войду в твои энергии, да, то есть, ну, как более детскую энергетику. Я постараюсь тебя понять, что тобой руководствуется. И он действительно что-то осознал и понял, понимаете? Это вот, кстати, очень редко, когда мужчина действительно понимает и принимает свои ошибки и готов их исправлять, вот что самое интересное. Да, возможно, еще это у него будет пока все завуалировано, да, торопиться он, возможно, особо-то и не будет, потому что туз пентаклей, верховная жрица, это не совсем прям про суперактивные действия, да. Четверка жезлов – это тоже такая некая статика. Но вот внутри он, скорее всего, понимает и осознает тот момент, что ему необходимо сначала восстановиться самому для того, чтобы, опять-таки, если со своим ребенком, то примерно понимать, как ему выйти на тот же уровень, да, развития. Но иногда взрослым не помешает, как говорится, стать чуть-чуть младше, да, своего возраста, поэтому вот здесь вот об этом. Ну, а если же все-таки для кого-то здесь история о том, что человек поругался со своей девушкой, женщиной, то на сегодняшний момент он как-то хотел бы, наверное, все-таки восстановить всю эту, убрать вот этот конфликт. Ему нелегко, понимаете, ему не так-то уж просто все равно находиться и принимать то, что он поступил очень некрасиво. А здесь действительно человек мог поступить очень некрасиво. Хорошо, какая атмосфера в доме? Обнуление, да? Здесь чувствуется какая-то легкость, игривость. Вот опять, да, тема детей может быть здесь очень хорошо проигрываться. Либо в целом здесь человек пытается начать все с чистого листа. Как говорится, начать свою жизнь заново. Ну, давайте дополним. Угу. Смотрите, здесь выходит император, и на дне колоды еще и справедливость. Да? Скорее всего, действительно, человек может обнулить все то, что было, допустим, негативное, взять на себя четко ответственность и двигаться вперед. И он будет считать это справедливым, да, то есть не позволить, чтобы, к примеру, брак распался, да. Для кого-то, конечно, проиграется, что ваш загаданный мужчина еще не совсем четко понимает и осознает, что он глава семьи. Для кого-то проиграется и так. То есть он может себя вести немного как-то безответственно, рисково, да, то есть он идет на какие-то риски, на неоправданные риски, но все равно здесь в сочетании с такими арканами я больше все-таки склоняюсь к такому варианту, что
он решается уйти от вот этой вот некой непосредственности и все-таки взять всю ситуацию в свои руки. То есть рулить, отвечать, да, быть серьезным, не позволять тем же самым эмоциям брать верх, а эмоции могли быть очень негативные, да. То есть как-то уметь себя контролировать, сдерживать. Ну вот смотрите, император тоже, это же такая личность, которая немножко такая суровая. Временами бывают проявлены такие нотки в характере деспотичности, да. Ну, это могут быть какие-то действительно его не совсем здравые поступки, понимаете, вот здесь вот идет об этом. Но он все равно, вот на сегодняшний день человек словно стремится к чему-то новому, как-то по-новому начать жить, понимаете, здесь об этом. Хорошо, главное событие дня. Человек работает, человек трудится, старается свою работу выполнить очень качественно. В принципе, он особо никуда не торопится, потому что он понимает, что главное качество, а не количество. Он очень скрупулезен, мысли заняты финансовым аспектом, да, безусловно. То есть, опять-таки, если раньше человек, допустим, ну, как-то не хотел работать, допустим, да, лежал на диване, дурака валял, как говорится, да, а в сегодняшнем дне его действительно бинго осенило, что ж я так всю жизнь, допустим, и пролежу на диване, страдая. Ну, я условно, конечно, да. Нет, человек здесь действительно начинает планирование, внедряться в какие-то свои процессы. Может быть, кстати, у него хобби, да, здесь есть. Человек начал какой-то творческий процесс, допустим. Но для него, еще раз повторюсь, для него очень важно, чтобы тот продукт, который он делает, возможно, своими собственными руками, это было востребовано среди массы населения. Вот смотрите, потому что туз Пентакли, на самом деле, дороги открываются. Это хорошая карта, да? Это широкие дороги могут открываться. И если раньше, допустим, это для него как-то было все немножко подзакрыто, то в сегодняшнем дне он действительно видит для себя перспективы. Если человек работает в госучреждении, в любом случае, свою работу он выполняет качественно, возможно, для того, чтобы его как-то заметили, да, повысили в должности, понимаете, здесь для него это очень важно. И самое, что интересно, у человека есть вот этот вот запал, да, энергетический запал. Я могу, да, здесь уже примерно я могу что-то делать, да, и я постараюсь добиться результата. Еще, чем человек сегодня занят, главное событие дня, да. Ну вот смотрите, здесь действительно человек борется, как говорится, борется за место под солнцем. Опять-таки, да, конкуренция для него здесь тоже будет таким немаловажным аспектом. Если, к примеру, у него трудовая деятельность связана с большим количеством людей, то здесь, конечно, они будут в общей связке, единым целым, и вот что-то вот прям достигать. То есть здесь человек сегодня не один, он реально в коллективе, возможно, да. Опять-таки, если же человек занимается своим хобби, то это уже больше, ну, нужно понимать, да, либо у него наемные работники, допустим, есть, да, ну, мало ли, да, может быть, человек подмастерье работает, да, либо в целом он понимает, что он должен быть сильным, потому что конкуренты тоже, они в развитии, они стремятся добиться лучших результатов, и он понимает, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. Вот здесь вот идет как раз-таки такой процесс. Я хочу и могу, делаю. Вот здесь вот об этом сегодня. Хорошо, давайте посмотрим. И, кстати, на дне колоды вот прям как страсть какая-то, понимаете? Вот прям желание достичь того, чего он хочет. Хорошо, если мысли о вас, думаю, это вспоминает самый, наверное, интересный вопрос, да? Башня.
Девочки, однозначно мысли есть. Возможно, вы поругались, да? Возможно, произошло между вами нечто нехорошее. Есть потери, есть утрата, башня. Здесь может быть разрыв отношений, да? Такое тоже здесь может быть. Либо вы поссорились прям очень хорошо, друг друга недопоняли, либо здесь уже конкретно была поставлена, как говорится, точка. Мы сейчас дополним, конечно, была ли здесь на самом деле точка. Еще мысли загадного человека о вас. Еще мысли, что он думает. Ох, туз мечей, девчонки. Это, знаете, как словно, как принятое решение человеком. Мыслей действительно много. Возможно, человек, думая о вас, он сам разрушается. И он понимает, что с этим нужно что-то делать. Ну-ка, еще мысли его. Еще мысли. Мысли о вас. Почему-то у него... Знаете, относительно вас какая-то неясная картина. Много иллюзий, много фантазий. Человек не видит сути, вот истинно то, что между вами происходит. Он представляет как-то ваши отношения словно иначе. Вот смотрите, если действительно у вас конфликт очень серьезный произошел, да, в принципе, имеет место быть как-то реально восстановить отношения. И, возможно, он это и хочет, да, то есть он об этом, возможно, мечтает, фантазирует, представляет. Может быть, тот шанс, который ему сегодня открывается, девочки, относительно вас это частично может тоже касаться, да. Возможно, человек считает, что он как-то сможет с вами восстановить отношения. Если, допустим, вы являетесь его супругой, то человек хотел бы действительно как-то обнулить с вами полностью все и урегулировать вот эту башню, понимаете? Потому что чувства, они к вам есть. Чувства есть. Понимаете, башня, она тоже... ну, разрушение однозначно произошло. Уже своего рода ваши отношения, они, понимаете, как словно руины. То есть там уже находиться, жить невозможно. Это действительно нужно начинать выстраивать заново, кирпичик за кирпичиком. Что еще думает? Десятка пентаклей, да? Десятка пентаклей. Десятка пентаклей – это хорошая карта, это положительная такая карта. В принципе, девочки, вы для него, вы его в какой-то степени семья. Если вы действительно его супруга, да, то и понятное дело, что вы для него очень близкий, родной человек. Либо камнем преткновения здесь могут быть финансы у вас, да. У всех ситуации разные. Возможно, как-то вы не поладили, поссорились из-за денег. Но человек думает, что он сможет урегулировать конфликт между вами. Но он все равно что-то полностью не видит. Мне хочется еще немножко дополнить мысли о вас. Все-таки понимать, да? Он путается, такое ощущение. Он пытается найти вот это решение. Возможно, решение уже и было принято, понимаете? Но опять-таки, он словно с этим не согласен. Вот такое ощущение. Если тем более человек осознал свою вину, если, допустим, раньше он как-то отнекился, да я вообще тут ни при чем, я вообще белый, как говорится, и пушистый, то в сегодняшнем дне человек действительно как-то может... ну, чуть-чуть хотя бы попытаться себя оправдать. Ну, здесь оправдания я, конечно, особо не вижу, но тем не менее.
Еще мысли о вас. Еще мысли о вас в сегодняшнем дне. Еще мысли о вас. Девочки, вы для него это вообще высший пилотаж, чувства? Это не то, что туз чаш, да? Это царство любви. Это тогда, когда мы действительно поистине счастливы. Мы живем в гармонии. Девочки, он понимает, что между вами есть чувства, давайте так скажу. Не только с его стороны. Смотрите, да, либо он... Он может, понимаете, слишком, возможно, как-то представлять с вами совершенно другой мир существования с вами, жизни с вами. Вот он в голове, понимаете, он прокручивает, возможно, если действительно вы в расставании, в разрыве, и в какой-то степени человек понимает, что он не может с вами восстановить отношения по каким-либо там причинам, да, то человек действительно может проживать в своей голове вашу счастливую семейную жизнь. Почему говорю семейную? Потому что здесь и на дне колоды тоже царство вот, благополучия, стабильности. Вот это тогда, когда уже действительно прям вот семья-семья. Вот здесь вот что-то такое идет. То есть такое ощущение, что в мыслях человек с вами, в своей голове он проживает параллельную какую-то жизнь. То есть не на физике, да, а реально проживает там. Ну, какой-то интересный сегодня мужчина, конечно, да, у нас. Ну, в общем, как-то так. Хорошо, давайте смотреть, что у него в чувствах. Просто что в чувствах. А чувства у него, девочки, трансформируются. У него внутри все переворачивается, у него внутри все меняется. Башня. Вот у вас действительно могло произойти окончание отношений. Завершение отношений. Изменения. Что в чувствах у загаданного человека по отношению к вам? Что у него в чувствах? Девочки, ну вы для него императрица, вы для него десятка чаш. Вот действительно такое ощущение, что человек понял и осознал для себя, что как он был неправ. А как все это вернуть, вот эту стабильность, да, он немножко все равно затрудняется, но он где-то все равно, девчонки, видит выход. Он уже где-то что-то понимает. Он готов трудиться, он готов работать словно, понимаете? Вы для него важны, вы для него семья, вы для него императрица. Это та женщина, которая самая, наверное, дорогая, которая вообще может быть не только для мужчины, а в целом для всего человечества. Императрица – это мать-земля. Мы по земле ходим. Мы живем. И вот понимаете, вы для него внутри, в чувствах, вы для него целая жизнь. И здесь чувствуется глубина, кстати, девочки. Вот словно этого человека, знаете, вот как, немножко так скажу, вот словно его кто-то укусил сегодня, как вот змей какой-то, понимаете, и влил в него вот эту информацию. И не просто в мысли, да, а еще и внутрь, в душу. Здесь человек, вот знаете, как переродился в своих чувствах по отношению к вам словно. Надо же. Вы для него очень важны. Вы для этого человека нужны. Вы его жизнь. Без вас ему жизни нет.
Что вам необходимо знать сегодня об этом человеке? Что вам необходимо знать сегодня об этом человеке? И это будет касаться непосредственно вас с точки зрения высших сил. Паш Пентакли. Смотрите, девочки. Возможно, загаданный вами человек будет проявляться в вашу сторону. Это может быть звонок, смс-сообщение. То есть он будет опять нулевой, Паш Пентакли. Человек, скорее всего, действительно хочет с вами начать все сначала. Насколько, конечно, это возможно, начать все сначала, потому что, ну, тоже нужно понимать, что из памяти ты все равно не вычеркнешь, да, ни поступки, ни какие-то такие очень серьезные моменты негативного плана, которые были между вами. Он прекрасно, вот, кстати, он не понимает этого, скорее всего, потому что все-таки идет карта иллюзий, да. Карта иллюзии. Если есть дети у вас общие, то здесь человек, скорее всего, как-то будет пытаться с вами наладить контакт через детей. Для кого-то проиграется и так. Девочки, но он у вас не готов терять. Вы для него все. Вы для него все. Еще дополним, еще дополним Паш Пентакли. Что вам необходимо знать? Смотрите, человек, возможно, вот прям так рьяно прорываться не будет, да? Он будет чуть-чуть притормаживать, он будет чуть-чуть медлить. Для чего он это делает? Ну, скорее всего, для того, чтобы не зайти в очередной тупик между вами, да? Чтобы не получилось вот этой вот истории... Не совершить никаких глупостей, да. И потихоньку взращивать ваши отношения, и чтобы они были очень крепкими и плодоносными, ваши отношения. Вот мне прям сразу хочется здесь задать вопрос. А твоя вот истинная цель относительно той девушки, женщины, которая смотрит данный расклад? На самом деле, вот на самом деле, вот ты в ожидание заходишь, да, то есть ты готов вкладывать усилия, ты готов ухаживать, да, как-то вникать в процессы вообще, как должны простраиваться отношения между мужчиной и женщиной. Твоя истинная цель вообще, к чему ты стремишься, что ты хочешь? Относительно. Знаете, здесь возможно, чтобы ушли все-таки какие-то обиды, да, разочарования между вами, чтобы этого вообще больше не было в ваших отношениях, чтобы вот эта усталость, которая есть, да, она, ну, улетучилась, понимаете? И все-таки, чтобы между вами была гармония. Понимание, это тогда... Так, мне надо вот так вот немножко прикрыть все-таки, да? Как сделать-то? Вот так сделаем. Чтобы была гармония между вами, да? Спокойная, знаете, такая умиротворенная семейная жизнь. Для кого-то, конечно, семейная, для кого-то, может быть, просто отношения, да? Но хотя бы, чтобы они восстановились, и они были очень гармоничными, чтобы вы действительно чувствовали себя... На одной планете, понимаете, не было никаких перекосов, не переливалось из пустого в порожнее, чтобы вы как-то друг друга поддерживали, друг друга дополняли. Но, девочки, сразу говорю, на это уйдет время. Сразу вот этого не получится, потому что очень много конфликтов, скорее всего, у вас было изначально, да, то есть перенастройку сделать сразу, но это невозможно. И человек, в принципе, готов будет как-то вот двигаться. Семерка Пентакли, Паш Пентакли, это не такая, это не такие быстрые, прям активные энергии. Поэтому здесь, скорее всего, будет делаться постепенно, умеренно и правильно.
чтобы достигнуть все-таки благополучия между вами. Вот такой получился сегодня расклад. Пишите, пожалуйста, в комментариях, насколько он с вами резонирует, проигрывается. Если у вас действительно сложная ситуация, и вы в замешательстве, стоит ли доверяться человеку, действительно ли он осознал что-то для себя, да, пожалуйста, можете обратиться. Все контакты вы найдете внизу в описании под видео. Я с вами надолго не прощаюсь. Желаю вам прекрасного настроения, улыбок, солнечных дней. И пусть сегодняшний день будет намного лучше, чем вчерашний. Всего доброго. До новых видео.